Всем привет! С вами Мистика, игра Лига Ангелов. Сегодня я вам расскажу немножко о мировом боссе. Мировой босс состоит из трех боссов, которых нужно последовательно убить. То есть убиваешь первого босса, открывается второй, убиваешь второго, открывается третий. У игрока есть шанс повышения параметров, то есть дается 9 шансов. Каждые 3 минуты вы можете повышать свои параметры. Это повышение бесплатное. Рядом есть повышение за 50 бриллиантов. То есть, как бы, это очень дорого, но и существенно выше повышает, конечно же, параметры. С левой стороны вы видите табличку нанесенного урона игроками. То есть это общий рейтинг. В зависимости от того, какое место вы займете в этом рейтинге, вы получите такую награду после убийства всех трех боссов. То есть это сундуки с самоцветами и золотом. Ресурс «Темное ядро» вы можете потом обменять на ресурсы, на предметы в магазине мирового босса. То есть во вкладке первого уровня или же во вкладке второго уровня. Если вы VIP-игрок, вы можете поставить галочку на автоатаку босса, и ваш персонаж будет атаковать босса самостоятельно. Вам не нужно будет за ним следить и сидеть около него. Можете, в принципе, включить автоатаку и пойти попить чай, там, позаниматься своими делами. Но обязательно нужно вам вернуться к завершению убийства третьего босса. Потому что после того, как убью третьего босса, откроется табличка с картами, которые нужно будет в течение буквально нескольких секунд перевернуть. И возможность получить очень ценный приз. Если вы не успеете этого сделать, то, соответственно, этот приз вы получить не сможете. Ну вот, в принципе, и все, что я хотела сказать вам о мировом боссе. Всем спасибо за внимание. С вами была Мистика. Специально для YouTube RBK Games. Пока-пока.